пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Минус 12, минус 14 градусов днем. Ночью 14-18 ниже 0. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно, небольшой снег. Днем минус 12, ночью минус 16 градусов. Юго-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем минус 12, ночью 14 с минусом, южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем минус 14, ночью 18 ниже 0, юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. Внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.